Решил поставить на блок цилиндров 93-го двигателя прокладку для 16 клапанников. Буду ставить головку 8-клапанную с карбюратором. Отличие прокладок для 8-клапанных. Здесь каналы для тосола мелкие, для 16-клапанных большие. Блок цилиндров расточенный на 82,4. Это двигатель с гранты 3 единицы 93. Стоял 20.083. У 93-го блок выше на 2 миллиметра. И есть форсунки подачи масла на цилиндре. Девяток реле стартера вот здесь. Можно вытащить из кожуха защитного. И просто нажимаем. Головку взял старенькую. Подготовил. Заменили клапана выпускные, притерли сами посадочные гнезда, заменили маслосъемные колпачки. До этого стояла головка года. Стояла на колене. Теперь она стоит в красной девятке. Точнее, двигатель стоит от колены. Прошел двигатель до первой капиталки 750 тысяч километров. Головка, конечно, ремонтировалась чаще. Сейчас уже пробег на калининском двигателе более миллиона. Болты двигателя 93-го идут под звездочку. Болты двигателя 83-го под шестигранник. 83-го болты потолще и подлиннее. Прокладку устанавливаю для 16-клапанных головок. Будет ставиться головка 8-клапанная с карбюратором.